Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня будем играть в игрушку под названием Space Jammers. Игрушка еще, правда, не полностью готовая, она в реальфе, демка, но это не мешает ей быть классной игрой, которую стоит поиграть, стоит показать, и, возможно, после этого она выйдет уже больше, станет более крутой и так далее. Благодаря вам, конечно же. Ну да ладно, здесь у нас есть герои. Герои есть Пинки, Смитти, Тодд, Боч. И каждый из этих героев уникальный, да. Уникальный только, правда, по внешности, а в остальном у них два класса. Это дальники и ближники, да. Ближники здесь наиболее мне нравятся, поэтому буду играть за ближников. Кстати, играть может до 4 игроков, если у вас есть возможность как-то играть на одном компьютере до 4 игроков, то поздравляю. Вам будет довольно весело играть в эту игру. Да вообще, игра довольно трудная. Играть в нее одного тяжеловато, да. Потому что здесь, если умер, то считай уже все. Но игрушка является полным бульхеллом, и патроны врагов замедляются, когда пролетает рядом, поэтому от всего еще можно вернуться, все можно отбить, да. В общем, сейчас я уже этим и занимаюсь потихонечку, разгребая толпы врагов. Цель, кстати, у нас захватить все монетки на уровне, да. Поднять все монетки на уровне, захватить все монетки на уровне, как сразу же. Врагов нам, по идее, убивать не надо, но, как вы понимаете, чтобы взять нормально монетки, нужно врагов все-таки уничтожить, да. Сейчас есть вот такие поварапы, но я, правда, не понимаю, что они делают. Их можно, по идее, одеть, но я так еще не допер, что они такое нам дают. Мне кажется, это какие-то поварапы, но при этом, как бы, я не знаю, когда активируешь заново способность, то эффект у нее не меняется. Она все такая же, возможно, это еще только в будущем будет доработано. И вот тут у нас начинается другая часть игры. Здесь мы уже летаем на самолетике и отбиваемся от различных врагов, астероидов и так далее. И, блин, эта игра капец сложная, потому что если мы погибаем, то считайте, что мы начинаем все сначала. И каждый уровень здесь рандомно генерируется, и мне сейчас не очень повезло в плане уровня. Почему же не повезло? Потому что, блин, потому что здесь летают астероиды, а астероиды нам пипец мешают. И у меня игра почему-то стала не того размера, которого должна была быть. Вернулся, все окей, все починили. Да, у меня какая-то странная система, что-то вечно с разрешением балуется. Ну да ладно, возьму я другой класс, показать вам, как играется за дальника. За дальника играется примерно так же, как за ближника, но на дальнем бою. Кстати, играя, да, на геймпаде. Если я это не сказал, может быть, я это сказал. Не знаю, и играть на... за... снайпера гораздо труднее, да. Потому что нифига он не снайпер, и все пули мы отбить не можем, придется постоянно использовать заклинания и тому подобное, поэтому лучше я буду играть за милишников, потому что это, говорю, гораздо проще. Так, вау, это что такое мне выпало? Серьезно, мне выпала пушка? Вау, в первый раз вижу, чтобы мне выпала пушка, но выпала, к сожалению, пушка на дальний бой, поэтому ничего в этом крутого нет, я забыл, кстати, способность использовать. Это, кстати, не единственная наша способность, у нас вообще, по идее, теоретические способности, в плане того, что мы еще можем... Блин, да какая жесть у нас генерировалась, прям... Прям вообще по-лютому. Не знаю, как я сейчас выжил, но как-то выжили. Прям реально, я же почувствовал боль где-то там, и, блин, да ё-моё, сколько можно-то, а? Чинить это разрешение экрана. Блин, на уровень нам не везет, что он генерируется какой-то вообще. Че, серьезно, тот же самый сгенерировался? Нет, другой. Это спасибо. На этом большое-большое спасибо. Так. Вот эту штуку главное сломать, потому что иначе враги будут просто бесконечно спавниться, иначе это абсолютно ГГ сразу нам. Если мы ее никак не уничтожим. Так, сундучок, надо сундучок вскрыть. Давай, блин, что на хп-шку-то ничего не выпало? Что-то так все ужасно. Пытаюсь показать вам, прям, тут там реально много всякого классного, крутого и так далее. Я сам дохну налево-направо. Ну, это доказывает, что я не соврал вам насчет того, что эта игрушка довольно хардкорная. И это мне не показалось так. Так, все отлично, вот теперь пошло. Главное сказать вообще вовремя реагировать. Если вовремя реагируешь, то все патроны нафиг отобьешь от себя. Тогда вообще проблем никаких, считайте. Так, где у нас там хилочка, yes. Все, хилочки. Нам раз подфартило, возьмем себе нашего напарника. Он будет также стрелять, на него также будут агриться. Это может и хорошо, это может и плохо. Но мы можем, по идее, закомбинить вот так способности. Получается намного проще все это дело проходить. Да. Так, ладно, возьму бонусы. Бонусы вызову у нашего снова Пташкина.
И подожду, пока отгадаешься, вдруг там еще какие-нибудь враги будут. Нет, врагов нету, и я надеюсь, что уровень будет простенький. Не надо метеоритов. Метеориты реально устраивают полную жопу здесь. Но в метеоритах, по идее, есть бонусы иногда, и если, по идее, как бы профартит на тему того, что вот так вот сделать, и нереально фартануло сейчас, потому что обычно это пипец как редко случается. Уворачивайся, 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 главное... Yes, я успел его убить! Успел! Уф, главное, чтобы это реально фартануло. Очень много на фарте завязано, к сожалению или к счастью. Так, ладно, сейчас я нашпигую себя всякими бонусами и пойду дальше драться. Так. Ладно, вообще, по идее, лучше в лобовуху на врага бежать, потому что тогда повышенный у меня шанс того, что я все-таки добью этот чертов снаряд вражеский, и мне будет попроще житься. Вот так вот. Во-во-во-во-во, и все обратно и возвращаю. Ну, конечно, самое печальное, если мы столкнемся вот с этой турелью, потому что в упор она просто так нам пахнет, что потом вряд ли мы сможем встать вообще, и что-то у нас какой-либо... Какая-либо будет возможность продолжить, так. Эх, если бы мне выпал шотган, я бы еще, наверное, поэкспериментировал с дальником, но мне пока шотган не дропался. К сожалению, к сожалению. Так. Давай, 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 уничтожай, к черту этот гребаный портал. Фух, все. Так. Главное, мечом не забывать махать, то может все это дело кончится очень плохо. Так, я вроде пока жив. Все, нужно ждать бонуса. Лишь бы он сюда не подошел, не шмальнул мне так, что я офигею. Воу-воу-воу-воу-воу, я ему отбил? Нет, не отбил обратно. Блин, да ладно! Черт тебя дери, там еще был аппарат, за одну монетку он что-то давал, я до него не дошел. Вот жопа. Ну ладно, в общем-то, блин. Надеюсь, ничего там не пропало. В общем, ладно, на этом буду заканчивать. Если вам понравилась эта игрушка, по идее, очень крутая. Единственное, что хардкорная. Если у вас есть с кем поиграть, то будет гораздо проще играть в эту игру. А мне сейчас не с кем играть, поэтому поиграйте. Параварлон просто. Ладно. Это все. Если вам понравилась игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Ссылка на игру в описании. Скачивайте, играйте, пробуйте. Это все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо, что смотрели.